Existe algo en la cama. Sí, loco, sí. Tú no sabes que tiene Bonnie, ¿eh? Видишь, она тебя уже облизывает, твою ранку. Еще 5 дней? Еще 5 дней, и будут каникулы. Ну что, вот такая вот пристановочка у девчонок получилась. Кровать поломаю. Каждое утро радуется. Привет, привет, привет. Пойдем будить девчонок. Ксюня, смотри. Вот Ксюша. Давай, пути. Тут легла. Вот так, вот так. Бонька. Доброе утро, девочки. Доброе утро. Бонюсик. Буди давай, девчонок. Доброе утро. Привет всем, ребят. Доброе утро. Понедельник. В школу. Давайте, встаем. Бонька. Там дождик. Шоу. Подушки. Еще подушки. Бонь, все, пойдем. Пойдем, Бонька. На, вот твоя пеленка. Давай. Иди на пеленку. Нет, она играть будет. Я же сказала, ты уснешь. Давай, давай, вставай. Давай. Подъем. Подъем, подъем. Подъем. А зонтики возьмете? Зонтики. Все, пока. Не хочу. Что, не хочешь? В школу не хочешь? Она там что-то нашла. Смотри, что делает. Все, пока, Галина. Монька, пока. Пока, пока. 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 Пока, пока, пока. Собака с ума сходит. Она грызет машинки Макса. Бонни, фу. Это не твои машинки. Иди спать. На, Бонни, вот твой мячик. Смотри, что она достает. Достает оттуда машинки. Вот твой мячик. Вот, вот твой мячик. Давай, поехали. Пошли играть, пошли. Бонни, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Такая хулиганка, на. Давай сюда, давай сюда. Мамки, давай. Давай, давай, давай. Вот так. Дай сюда. Маме дай. Так, 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 так. Сейчас набегается, будет спать. Мало, так меня-то не кусай. Ты меня кусаешь-то. Давай, мам. Как дела в школе? Под дождик не попали? Ксюша, контейнеры на балконе. Ксюше здесь нужно слаймики сделать. Все маленькие. В школу. Все маленькие? Давай посмотрю, какой.
Желтый баттер? Угу. У нас есть желтый баттер, не угу. надо делать. Да, еще что? Фиолетовый баттер? Да. Это надо сделать. Зеленый у нас есть. Зеленый есть. Фиолетовый оригинал. Все, сделали. Нет, а где этот краситель? Это баттер? Да. С посыпочкой. Это тоже баттер? Да. Баттер с киви. С блестками, блестками черными. А это вот? Яблочко. Угу. Это желтый баттер. Еще какой надо? Фиолетовый? С вот этими шариками? Тут дырочка, осторожно. Че, ты краску нашла? Не подходят больше вот эти от тебя? Нет, их не видно будет. Угу. Маргарит, что с тобой? Моя булька. Краска. Краска? Ты же достала краску. Вон она стоит, коробка. Сильно укусила. Надо бипантеном помогать. Поиграла с ней? Бонька укусила. Надо ругать ее за это. Нельзя позволять, чтобы она кусала. А? Пойдем кремом. Кремом помажем, пойдем. Три, осторожно, чтобы опять не укусила. Она тебя облизывает? Угу. Но она играла с тобой, и она не хотела тебя укусить. Просто нужно ей давать знать, чтобы она так не делала. И... Бонтику. Видишь, она тебя уже облизывает, твою ранку. Бонюсик. Подожди, что у нее? Давайте, идите, девчонки. Пончик. Она будет отдыхать. Видишь, как она тебя любит. Пошли. Давай, давай. Еще 5 дней? Еще 5 дней. Будут каникулы. Ой, прям вот в садик она не хочет. В садик, а потом Ты бы хотела в садик? Да? Видишь, смотри, Ксюша хотела бы в садик, Каролин. Я хочу вернуться в садик. Давай ты поменяешься. Маргарита вместо тебя пойдет в садик, а ты в школу пойдешь. Завтра еще надо на... в обед. Потом, наконец, нету обеда. А потом еще обед. Потом еще... Еще 5 дней и каникулы, давайте. А где папа? Бонечка, а ты спи. Пускай спит, все, тихо. Убирай карточки свои, я их хранять не буду. Ну просто убери. Да ты что? Давайте, Каролина, кофточку одевай. Я хотела пойти в Лернсайт. Давай, показывай, что там у тебя. Маргарита, до 4? Да. Ух ты, это кто, тигр или леопард? Это кто, Каролин? Леопард? Вау, круто. А это крокодил. Это крокодил. Это крокодил. Это крокодил. О, это тоже леопард, по-моему, да, или тигр? Круто. Видишь, Макс, не захотел в садик ходить, ты бы тоже это делал. С детками. Не нравится? Это ты знаешь, что означает? Легко. Угу. А мусан... Это кожа слово по-испански фасель? Да. Так и по-испански, и, по... и по-французски? Фасиле. Дефисиле. Калькуле это калькуляр. Угу. Ленди лунес. Угу. Марди мартес. Угу. Тебе учить надо или что? Да. То есть это мне потом... Марго, мы можем 2 пачки забрать. 2? 2. В чем у тебя руки опять? А я играла за слайм, потом покрасила чуть-чуть. Слайм. Откуда он был голубой, но он чуть-чуть такой. Давайте уже собираться. Ну что, вот такая вот перестановочка у девчонок получилась. Вообще-то неплохо. Оно и здесь хорошо смотрелось, и тут хорошо смотрится. Да? Мне даже, наверное, больше так нравится. Да? Удобнее, потому что здесь розетка. А то мы всегда протягивали вон туда, розетка, получается, была за кроватью, и неудобно было втыкать. Нет, Макс, мы уже спать идем. У них есть пенал. Пойдем, я тебе дам. Я тебе дам пенал, пойдем. Ты рисуешь? Давайте уже спать. Это вас учили рисовать лица? Это не красиво. Ай, какие смешные мордочки. Нет, угу, прикольно. Нет, симпатично. Нравится. Вот это симпатичный получился. Угу. Да с какими хвостиками. Это ты.
Давайте собираться. Бонни уже спит. Как вы думаете, где она спит? Спит. Спи, спи, зайка, тебе не буду мешать. Вот так вот. Вот там вот ей, вот там вот хорошо очень. Прохладненько. Никто не мешает. Интересная собака. Спит под кроватью. Фу! Фу! Фокс! Она тебя укусить хочет опять? Ну зачем ты руки ей даешь? Игрушку ей дай, чтобы она игрушку погрызла. Не надо руки ей давать. Мира! Марго. Хорошая? Да. Мне нужно игрушку давать погрызть. Хорошо, но у тебя там... А тебе... Руки чистые. Ах ты такая. Она руки будет грызть. А ты? Такая. Она... Не хочет. А ты? 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 Просто все... Вот, вот это пускай грызет. Бонька, тебе опять чесать надо. Опять? Ты же только недавно... Ну, у нее, видишь, опять все скатывается. У нее вот тут на шее все нормально, да? А вот тут почему-то какими-то потом комочками. На. Бонющик. Бонющик. А ты такая красивая. Королева, она может порядок. Не надо. У нее сосочка есть здесь. Она грызет сосу. На. Сосу грызи. На, сосу грызи. Бонька. Смотри, мама, я кушаю. А я выдохом залила. Ты мой пончик. Что тут происходит? Файер, файер. Сирена. Ты видела, у нее полосочка черная на спине, вот так вот идет. У нее папка черный, а мама рыжая. Поэтому вот эта полосочка перешла от папки. И мордочка папина. И мордочка папина. И вот хвой, к хвостику, смотри, к самому хвостику идет. Что тебе надо собрать? У тебя плавание завтра? Иди собирай. Чтоб потом утром не это. Можно мне сделать? Спать хочу. Значит, медведи там начнут грызть. Пока-пока. Все, Ксюнь, давай, собирай игрушки. Пойдемте спать. Время уже, между прочим, почти 10. А вы должны были спать уже в 9. Бонька тоже будет спать, давайте. Подари, давай я пеленку туда лучше ей постелю, чтобы не здесь, а вот здесь. Я даже не знаю, здесь, наверное, лучше оставить. Все? Не любит она так. Нет, они не любят кровать. Все, давайте, пока. Каролина, пойдем, я свет выключаю. Все, пошли. Так, оставить лампочки вам? Все. Пойдем, Каролин. Боню опустите, пускай она там на полу. Она может сама вылезти. Да, ну все, пошли. Все, пока, ребята. Всем пока. Кровать поломаешь. Мама, сейчас она покусает вас. Мама, а